Что, народ, привет! Начинаем мы... Точнее, отправляемся мы в приключенческую игрульку, симулятор поиска сокровищ. Я тут немножко побегал в нее, поиграл, посмотрел, что она из себя представляет. Мы берем в свои руки наш старый добрый кладоискатель и отправляемся по заданиям. Так, что тут у нас? Что такое это управление у нас? Мышки очень чувствительность. А, нифига там стоит. Еще бы. А, она не поменялась. Что это? Вот так вот. Принять. Назад, назад. Продолжим. А, один фиг не работает. Все равно чувствительность стоит. Так, ну что? Пошли посмотрим, какие у нас доступны задания вообще. Так, эта карта появляется приключение компьютера. С ее помощью вы можете выбрать место для своего следующего приключения, чтобы отправиться в путешествие. Просто выберите булавку на карте мира и нажмите «Отправиться». Так, я так понимаю, отправиться. Это что у нас? Баварское озеро. Место озера Аллат, Бавария, Германия. А тут что такое у нас? А, это где мы начинали проходить обучение. Все понятненько. Так. Так, стоимость поездки у нас бесплатная. Значит, получается, у нас будет и платная. У нас деньги, престиж. Я так понимаю, это до следующего уровня наш престиж. Так, детекторы. Ох, нифига себе. Тут еще и разные детекторы. Мало глубина. Ага. Нам, чтобы самый топовый купить, нужно 1200 баксов. Чтобы находить на малой глубине, на средней и большой глубине. Я понимаю, малый, средний, большой предметы, скорее всего, нам надо искать. Так, коллекция. Так, это то, что я нашел вот эти предметы в обучалке. Редкость. Самое прикольное, что оно редкое, а цена у него всего $16. Когда латунные пуговицы стоят $25. А вот эта ценность бесценная, я не знаю почему. Но ее продать, кстати говоря, нельзя. Эти шмотки все можно продавать. А вот именно вот это ружье, то, что нашел. В своих первых раскопках в обучении. Оно бесценно. Время создания, 1756 год. По 1756 винтовка Мушкет. Спрингфилд модели 1755 года. Созданная в период... с 56 по 62, после чего ее заменили на модель 61 года. Времен гражданской войны в США. Прикольненько. Так, что-то у нас в почте есть. Вам будут приходить заказы. Ага, у меня уже висят заказы. Особые. Доброе утро, меня зовут Яган Шмидт. Я представитель компании, которая занимается завещаниями. К сожалению, сообщаю вам о кончине вашего дяди, сэра Ричарда. Сейчас я хотел бы информировать вам о создании... наследственного дела. Следуя пожеланиям сэра Ричарда, я представляю ваш электронный адрес определенному числу людей, которые будут действовать в соответствии с своим завещанием. Ровно через год эти люди представят нам полный отчет о ваших действиях, и на основании этих данных мы решим, как распорядиться часть наследства, оставленной вам сэром Ричардом. Если у вас есть вопрос, пожалуйста, свяжитесь со мной. Заказы. А, это просто письмо мне пришло. Доступные заказы. Ясно. Так, меня зовут Робин Хьюит. Я представитель Института археологии. Я пишу вам по рекомендации нашего общего друга Ягана Шмидта. В данный момент мы не можем предложить вам крупных заказов, однако, если вы заинтересованы в налаживании тесных рабочих отношений с нашей организацией, я хотел бы предложить вам работу на территории Баварского озера. Так, мы хотим получить разрешение исследования этой местности. Так. Убрать мусор на территории озера. Награда 1000 престижа. Да, в принципе, давайте возьмем тогда. Примем заказ. Так, убрать мусор на территории озера Аллат, ясно. Так, у нас есть дополнительные, кстати. Ботаник. В данный момент наша организация ищет фрилансера именно в той местности, где вы сейчас работаете. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если наше предложение вас заинтересовало. Найти, сфотографировать Веронику... классистую, приложение номер один. Угу.
Я-то думал, это женщина, а это растение, Вероника. Найти и сфотографировать смолку обыкновенную. Угу. Найти и сфотографировать клевер луговой. Стандартный, кстати, клевер луговой. А награды 100 престижа. В принципе, сразу возьмем. Здорово, Леопольд. Видел Fortnite зимние обновы. Сегодня поиграл, вообще супер. Я не слежу за Fortnite. Увы. Но чувствую всем, что мне многие пишут Fortnite. Возможно, мы с Ваньком, может быть, зайдем. Но вообще тут думал в танки поиграть. Не знаю зачем только, ну ладно. Так, ну что, получается, нам нужно вот эту Веронику сфоткать. 100 престижа, правда, ну ладно. Угу. Ну, клевер, понятно. Так, возьмем. Тоже на Баварском озере. Тут что? Найти кратчайший маршрут от реки до верхней деревни. Необходимая информация должна... 100 престижа. Блин, но мне надо брать задание, мне нужно престиж поднимать, чтобы я мог дальше поехать куда-то. Так, найти кратчайший маршрут от реки до верхней деревни, ясно? Так, что теперь? Тоже... А, денег только нет, только есть престиж. Сфотографировать памятник в форме пушки, находящийся справа от входа. Ага. Памятник справа от входа. Сфотографировать главный монумент. Примем. А тут еще я представляю небольшую группу инвесторов и защитников природы, заинтересованных вашей деятельностью. Так, найти мушкетную пулю в хорошем состоянии в районе Геттисберга. Это в Геттисберге, а у меня карта. Я в Баварию иду, так что... Что, отправляемся в первый пункт, в танки? Ты же не играешь. Ну вот. Ванёк типа вроде как хочет. С первого левела начнем. Все стримят, 10 левел. А мы начнем с самих азов. Написочка какая-то. Нет, кстати, я немножко управление-то изменил. Надо подприбавить. О, нормально. Да, это у нас не открывается, да? А музыку мы, наверное, все-таки подубаем. Думаю, наверное, вот так вот получше будет. Тебе дотяг? Да у меня есть аккаунт простой танков. Опа. Где это у нас тут есть что-то? Ищем. Где-то что-то уже есть. Где-то здесь что-то. Опа, нашли. Копаем. Так, погнали раскопочки вести. Что-то нашли, гвоздь что ли? Да, обычный гвоздь какой-то нашел. Возьмем. Баксик стоит, ну ничего, нормально. Нам получается... Задача обнулена, уборка. Ага. Я понял. Это значит вот так вот убираться. Ну, ну ничего, так, кстати, игрушка красиво сделана. Не особо прям сказать, что супер оптимизирована, потому что на ультрах что-то FPS-ка-то просаживается. В ней. Так, здесь ищем сигнал детектора нашего. Так, туда нам не пройти. Детектор пока что-то не сработает. Вот здесь нигде. Может, это здесь что-то сработает? Опа, а это что такое? Забег на время. Вы вошли в зону начала забега на время. Если вы желаете начать забег. А куда бежать мне? А бежать-то куда?
Знать бы еще куда бежать. Нет, а куда я бегу-то? Тут мне уже показывают, что сфоткать надо. Я просто не мог понять, куда я бегу. Наверное, по стрелкам больше-то. Бежать надо. Это, наверное, как раз задание на кратчайшее время. Что, скорее всего. А, не выполнил. А куда бежать-то надо было? Скорее всего, сюда. Надо было найти кратчайший путь до деревни. Ладно, сейчас будем искать. Это здесь что-то должно быть. А вот и нашли что-то еще. Что там такое нашли? Пока непонятно, что это такое вообще. А, пробка. Заберем. Что-то еще есть? А, тут, кстати, знак вопроса. Вот этот, лупы. Заполняется, если я правильно иду, он заполняется постепенно. Да-да-да-да-да. Опа. Да-да-да-да-да-да. Во. Нашел. Так. Еще один гвоздь. Кстати, если кто-то играл Car Simulator, там, по 2014, 2015, 2017 год, тоже разработчик игры. Они, кстати, в декабре, в конце декабря должны еще и выйти игры. Ни хрена тут всего, до хрена. Так, нам сюда. Где-то что-то здесь, а. О, нашел. Где? О, копаем. Пуговку будет нашли. Пуговица. А, заберем. Еще что-то здесь есть. Здесь нет ничего. Нет, здесь есть что-то. Где-то именно здесь есть что-то. Восемнадцатый играл. Ну, у меня есть какая-то часть, я только не помню какая. По-моему, 15 или 16 у меня что-ли сейчас есть. Но я не запускал, просто решил вот эту игрушку. Там, кстати, в КС-ке ввели Battle Royale. Поиграл сегодня, выбил кейсик. Вот, на с продажи кейсика взял себе эту игрушку. Что-то просто заинтересовала меня эта игра. Мне просто скидку еще на нее дали. От самого Стима. Так, уборку я выполнил. Так, Паш. Пойдем-ка мы обратно сходим-ка. Так, тут ничего нет у нас? Нет, здесь ничего не пищит. А здесь что-то есть. Что-то здесь где-то. Так, в какую сторону? Так, сюда нам. Опа. Где ты? О.
Ну и как тебе, Леополь, понравился кар-симулятор? Еще один гвоздь. Одни гвозди. Что-нибудь интересненькое-то будет сегодня у нас? Все за бакс какие-то предметы. Еще что-то есть. Ну, сейчас хотя бы, надеюсь, что-нибудь ценное выкопаю. А то какая-то вся фигня попадается. Ключ какой-то. Это тоже недорого стоит, баксик. От силы. А нет, это что-то уже другое. Потому что появилась кнопка распознать. Очищаем. Тип сокровища, 11 баксиков. Заберем. Тут еще что-то есть. Вот у них такая же игруха будет, наподобие машин, только у тебя как бы этот завал этих ящиков всяких, склад, гильза от пистолета, ой, от патрона к гильзе у нас. $26, гильза. Гильза 9.19, пистолета патрон, пистолетного патрона, также известного как 9 мм парабеллум или 9 мм люгер, исходя из его происхождения. Разработан в 1902 году в Германии. Ну, мы в Германии находимся-то. Логично, что мы здесь предмет находим. Именно их оружие. Так, где-то у нас что-то здесь есть. Так, а как-то обойти? А вот. Пошли копать дальше. А такая игрушка для отдыха. Еще один ключ, кстати говоря. Еще 11 баксов заработали. Нам нужно заработать еще 200 баксов, чтобы искать на больших глубинах. Скорее всего, что придется возвращаться в эти же местности, если они будут нам доступны. Ну, даже побольше стоит. Железный ключ был изготовлен в 19 веке. Судя по размеру, форме насечки, этот ключ подходил к любому лесному замку, либо ящику или тумбочке. Первый известный замок и ключ к нему были обнаружены в руинах Нивеи. А, Ниневеи. Это была столица Древней Ассирии. У них еще выходит, кстати, в конце декабря этот симулятор бомжа. Ну, кар-симулятор, ты машину чинишь, а здесь, видишь, берешь задание просто. И отправляешься на поиски с металлоискателем. Ну, где-то здесь он. Он меня что-то не находит. Его. А вот. Нашли. Но я вот у них жду другую игру, вот тут как раз у тебя типа склады этих, как он, ой, забыл название-то, предмета-то. А что, не поворачивается? Где-то здесь что-то. Нет, сюда.
Он получается на другой глубине, что ли? Ну да. Он на другой глубине, я не могу это копать. Он глубже находится. Увы, не могу я копать. Но у меня нет кар-симулятора 2018 года. У меня только... По-моему, 15-й у меня год кар-симулятора есть. Бля, тоже на глубине другой находится. Я тоже не могу копать. Хрен новинка, чё. Так, это мы сфоткали. Пиратки Леопольд играть неинтересно особо. А вот здесь, походу, это наш клад. Вот он. Чё-то мы нашли, только интересно, что это. Так, мусор мы уже убрали по заданию. Пуговицу какую-то нашли, да, пуговицу. Пуговица выглядит очень старой. Судя по материалам, технологии изготовления и орнаменту, можно предположить, что она была изготовлена в 14 или 15 веке в Европе. Ну, да, нормально. 2-6 баксов нашли. Лепота. Там еще какая-то вон деревня есть. Только так и не помню, куда мне бежать надо было на время. Надо сюда сходить. В лесочек. Здесь по-любому где-то клад должен быть. О, кстати. Нет, а засчитали мне, нет? Должны были засчитать. Где-то здесь. Так. Так. Опа-па-па. Нет, а прямо в кар-симуляторе, что ли, можно? 2016 году еще и на тачках гонять? Я так понимаю. Просто как бы нестандартное такое действие, чтобы можно было на тачке гонять. Нет, хотя сразу еще что-то есть. А, только глубже. Ясно, я вас понял. Так, ну я сфоткал, в принципе, вот этот. У меня еще какой-то цветок остался сфоткать же. Непонятно только, где он. Так, это я сфоткал. Где-то еще должно быть. Одно растение сидит, еще должно быть. Опять на глубине, что ли, зарыто? Да. Я не могу это искать. Я могу только добывать то, что... Не глубоко зарыто. О, пойдем здесь посмотрим. Но здесь нет ничего. Я так предполагаю, да? Да.
прикольно. А тут я не заберусь, у меня пробел, прыжка нету. Здесь мы не можем ничего добыть. А вот, кстати, мне вот тут, по-моему, надо было, нет? А нет, то же самое это. Это не то. Это не то растение, мне другое растение осталось сфоткать. Так. Блин, опять же на глубине. Нет, не на глубине. Где-то здесь что-то. Только что было. Всё. Нашел. Я там пересобирал Mustang GT, вот только против других покатать не смог. Там очень много добавили машин по сравнению с 2017. Увы, пиратки, перестал я катать. Так. Где? Нашли. Не получится копать отсюда. А вот отсюда получится копать, далеко стоял. Не всегда получается копать. Давай. Ручку что-то нашел. Это, наверное, скорее всего, распознать можно будет. Да, а нет. Просто металлическая закрепка. А тут что-то еще есть. И это где-то здесь. Чуть-чуть неудобно, потому что не везде копать я могу. Еще одна пробка, точнее металлическая крышечка. Да. Мне, кстати, найти еще одно растение надо, сфоткать его, но я пока не могу его найти сфоткать. Бабочек сфоткай. Ну где ты только что ж был? Ага. Эть! Вначале проходишь кампанию, зарабатываешь тысяч так 500, а потом можешь смело пересобирать себе тачку. Теперь не обязательно ставить свой двигатель, главное, чтобы по размеру подходил. Прикольно, прикольно. Где-то. Че там такое маленькое? Надеюсь, что-то ценное мы нашли в этот раз. Да. Медальончик нашли. Редкость обычная, металл, золото. Состояние неплохое, 38 баксов. Нормально. Был создан французским ювелиром Адрианом Вашетом в 1830 году. Доподлинно неизвестно, сколько экземпляров было изготовлено, но с тех пор они пользуются большой популярностью. Прикольно, 38 баксов. И тут что-то еще есть. Где? Дальше копаем. Например, у меня, когда я взял Мустанг в полной комплектации на стандартных деталях, было 525 лошадиных сил. Я сделал 900+. Взял бы себе оригинал-то. В Стиме. Ну или не в Стиме, где-нибудь.
по недорогой цене. На том же самом плати.ру. Так, это мы, ладно, нашли. Я так и не понял, где мне найти вообще... Так. Ага, это я где копал. А вот достопримечательность, которую мне, по-моему, сфоткать надо. Заказы, давай посмотрим заказы. Найти, сфотографировать смолку обыкновенную. Так, я клевер сфоткал уже. Я ж клевер сфоткал. Или его как-то под другим углом надо фоткать? Ночи кратчайшей реки от реки до верхней деревни. То бишь, мне нужно вот отсюда найти кратчайший путь. Это получается, мне нужно пробежать где-то вот здесь. Сократив здесь путь, тем самым. И мне нужно еще сфоткать эту достопримечательность и вот здесь. Ага. Я понял вас. Так. Ну, где? Эй, где мой клад? Нет, где-то здесь. И где он? А, вот он. Можно сначала приложение смотреть. Так я вроде наоборот сфоткал, у меня 3 фотографии есть. Чё мы там такое нашли? Просто чё-то не заметил, чё мы нашли такое? А, пивная крышка, ясно. Метка. А, это моя метка. Мне нужно попасть сюда. Начинать забег нужно отсюда. Ну, по кратчайшему пути это не вот так вот оббегать, а вот здесь. Так вот и наверх. И должен я, в принципе, успеть наверх подняться, я так понимаю. Просто непонятно, куда бежать-то нужно. Прямо где-то бежать, но нужно тут. Ну, скорее всего, наверное, кратчайший путь здесь. Просто за минуту, походу, должен успеть сразу забежать. Да. Землепроходцу. Да, вот я как раз и выполню задание следующее. По заказам. Да. Мне остается только сфоткать, по идее. Смолку обыкновенную. И клевер угловой. Че, надо искать его? Где этот клевер угловой, где эта смолка? Растет. А, кстати, сюда наверх подняться можно? Нет, сюда нельзя. Здорово, Юрик. Лицензия на поиски, конечно, есть. И че? А если нету, мы это никому не скажем. У нас всегда она есть. Тем более я в Германии нахожусь.
А, вот фотографии-то где надо делать-то. Вот оно, что. Все, я понял. Просто искать надо место, где сфоткать можно. Копаем. Опять гвоздь. Ничего интересного. А, я не скажу, вы меня сдадите. Ладно, ладно, засранцы. Я так и понял. Ну, кстати, баги бывают, то, что он вроде пищит, а на самом деле уже нет ничего. Блин, мне вот интересно, что он на глубине находится. Блин, опять фигня попалась. Леопольд, мой старый добрый верный друг. А вот прямиком, погоди. Не прям прямиком, но рядышком. Еще есть что-то. Я надеюсь, это не мусор. А это я уже знаю, что это. Я такой находил. Колышек за 11 баксов. А, это на глубине, я это не выкопаю. Это находится на глубине вот здесь. Я это копать не могу. Что очень-очень плохо. Где достопримечательности здесь? А, вот он. Опять мусор. По-любому какой-то мусор нашел. Да. Пивная крышка. Угу. Ни хрена рыба плавает, плоская. Офигеть. Пейзаж красивый. Так, вот здесь что-то должно быть. Нет, за зданием где-то. А тут ничего нет такого. Исторический объект. Ну, это просто исторический объект и все. Не более того. Заставка на рабочий стол. А чё, можно? Красота же. Опять гвоздь. Единственное, что я нормально нашел, это медальон из золота. Все. Пока что. А что-то, мне кажется, ценное, это надо уже новый приборчик себе искать. Точнее, покупать себе новый прибор надо. Вансик. Да. Здравствуйте.
Нет, не интересно, до свидания. Заколебались своими предложениями от банков. Вот и реально прям. Так, ну что, копаем дальше. Там он, кстати, появился, где сфоткать надо. Там, скорее всего, последнее место мне нужно. О! Опа-таки, что-то интересненькое нашел. Вроде как. Или нет? О, монетка. Кстати. Давай в хорошем состоянии монетку. О. Йо, он нормально. Редкость, исключительная редкость. Снова золотая монетка, но в хорошем состоянии. Полтинник баксов. Блин, я опять на глубине зарыто. Я не могу копать это. Вот и надо будет новый прибор себе из-за этой фигни. Так, пошли сфоткаем. А, так там вон сколько мест появилось, где фоткать можно. Вот я до этого фоткал клевер. Нет, нужно именно в определенных местах Жека фоткать, понял? Нужно подойти и сфоткать. Ну-ка. Да. Ботаником сфоткали. Че, опять на глубине? Да ну вас в баню, опять на глубине. Обидно. Все на глубине нормально зарыто. Пойдем тогда по краю здесь пройдем. А кстати, что у меня по заказам еще осталось? А все. Я все заказы здесь выполнил. В принципе. И это на глубине. Вот я даже выкупить не могу. Короче говоря, она будет возвращаться. Сейчас еще в одном месте прогуляюсь просто. Надо вдоль реки сходить. Может, там что интересного есть. А, получается, на ту сторону я не могу попасть в речки, да? Да. И сюда попасть не могу. Могу только наверх подняться. Вот тебе, Юрик, такие бы текстуры в Спинтайра с Мадранер-то. Вообще был бы огонь. Наверх нельзя. Че, возвращаемся в кабинет, получается, у нас. Здесь мы все выполнили по заданиям. Престиж увеличен. Я заработал, кстати, немножко баксов. А, у меня уже престиж второго левела. Почта. Так это же озеро Аллат Сокровища. А я его что, не взял это задание? Я его не взял, кстати. Так, детекторы. Блин, мне бы 120 баксов, где бы взять-то его? Аналоговые, цифровые туда же. Короче, цифровые на все глубины идут, чем аналоговые. Блин, ну хотя бы вот такой бы аналоговый. А лучше бы хотя бы вот такой бы. Что у меня в коллекции есть продать, дорогое. 25, 26, 25.
Полтинник, 75. Соточка, 130. Блин. 130. 150 баксов у меня есть. Блин, мне не хватает все равно. Мне вот такой детектор надо на среднюю глубину. 340 баксов надо. Так, ну что, давай посмотрим, насколько мы это можем продать. Так, продано. Продано. Что продадим? Продать. Продать. Так, 200 баксов уже есть, мы уже отбили 200 баксов, это хорошо. Продать. Блин, и все, в принципе. Настолько 225 баксов. Мне кажется, можно это все забагрить, но нам не хватит 340 баксов. Мы можем откроется... А, тут еще престиж нужен. Получается, мне только этот покупать надо. На средней глубине тогда экипировать. Ладно, что, пошли обратно по заданию. Хоть что мы задание взяли все-таки. Найти мушкетную пулю в районе Геттисберга. Это в районе Геттисберга. А это Бавария. Мне еще не открылась другая местность, поэтому мы отправляемся сюда. Снова. Искать. Выполняй заказы, чтобы поднять престиж, купишь новым искателем. Да я уж понял, что престиж поднимать надо. Спасибо. Надеюсь, у меня карта сохранилась, то, что я здесь был. Ясно? Нет. Ладно. Пошли искать заново. Надеюсь, на средней глубине мы что-нибудь найдем себе. Ничего, кстати, так игрушка-то прикольно сделана. Это график, музычка, атмосфера. Так, надо сразу смотреть. Где мы тут еще не нашли ничего? Где-то здесь было. Пока ничего нет. Пока тишина. А, Геттисберг, это где-то я изначально был? Ты имеешь в виду туда надо было сходить? Где я обучение проходил? Я же там вроде обучение проходил в Геттисберге, получается. Но там я пулю не находил, как бы там по всему местности, по всей местности пробежал. Но интересно, что нет. Ну ладно, значит, сходим. Поищем с новым детектором. Металлический крюк. Оп. 13 баксов. Состояние приемлемое. Пойдет. А то что, задания снова появились? А, найти сокровище в районе озера Лат. Вот сокровища уже пошли. Косарик престижа получил. Отлично. Один из пяти мы нашли. И у нас где-то тут что-то звенело когда-то. Я помню. Или вниз надо было... Нет, надо вниз было спускаться. Внизу где-то было. Так, с края мы спрыгнуть не можем. Так, здесь у нас тишина. Значит, идем сюда. Угу. Так, вопрос, где это только? А, это сверху. Это у нас где-то здесь. Thank you.
Вход 150 баксов стоит, ни хрена себе. Че, мы нашли чашку, что ли? Че, как дорого 150 баксов-то? Каска. Времен Первой мировой войны, прикольно. Историю изучаем заодно. В хорошем состоянии. Вообще нульцевая касочка, ну немножко потрепанная. А так вообще состояние идеальное. Шлем Броди является не совсем шлемом Броди, а британским шлемом под названием шлем стальной МК-1, который по официальным данным англичане носили с 1915 года. Однако название Броди используется до сих пор, так как впервые его разработал и запатентовал в Лондоне в августе 2015 года Джон Леопольд Броди. Леопольд, не ты? Запатентовал. Где-то ведь еще было что-то вот здесь. Так, туда нужно наверх уже подняться нельзя нам. Где-то что-то здесь. Ага, вот он. Нашли. Коньки. Че это такое? Старый железный колокольчик. Ну да. Распознать. Железный коровий колокольчик середины 19 века. Сделан в Европе. Сразу не отходя от кассы, еще что-то нашли. Я так понимаю, туда проход стоит 150 баксов из-за того, что там ценных предметов очень много. О! Молоток бывший. Головка молотка. Заостренным бойком. Такое состояние, конечно. Тут похуже. Так, 4 из 5 мы нашли. А то косарик престижа нам дадут, когда найдем последний элемент. Так, один элемент я помню, где был. Угу. А, один все-таки я не смогу добыть. Потому что он глубоко все равно зарыт. Ясно. Значит, все-таки здесь есть предметы, которые я все-таки не могу достать. Где-то здесь было, я помню. Пищало. Странно, сейчас не пищит почему-то. Я тоже где-то здесь хоть пытался подняться, он где-то что-то тут пищал этот раз. Похоже, здесь прыжка нет. Так бы еще было удобно было все равно с прыжком, да. Где мы еще не... Были там, где у нас звуки издавало. Здесь мы тоже копать не можем. Слишком глубоко. Так, ну посмотри, где мы вообще бегали здесь. Так. Угу. Отсюда сходить. Вдруг я там что-то пропустил. Прям по кромочке аккуратненько пройдем. А у меня что-то сломалось, никак не могу завершить заказы на фото. Фоткаю, они засчитывают. Странно.
меня сначала тоже пропадали, кстати, задания, то, что сфоткать надо. Сначала показал, а потом я одно задание из заказа выполнил, меня стали показываться эти снова заказы. Их, походу, в меню можно выбирать эти заказы, чтобы я их показывал. Я так понял, они скрываются, когда ты выбираешь другой заказ, и он больше ориентирован на тот заказ, который ты выбрал. Потому что я первый растение сфоткал, и у меня больше фотки, ну, не показывали фотоаппарата, где я могу что-то сделать, сфотографировать. А потом начал задание выполнять уже. Я стал показывать. Я его из менюшки выбрал, заказал. Нормально стало все. Так, я так понимаю, мы здесь все выкопали. Походу, да. Но где-то еще должно быть место, где я должен что-то выкопать. Вопрос, где оно? Что ж, будем искать? Где тут что-то покопать нам уже можно? Ух, нифига себе, сколько я тут места пропустил. Вот оно где. Все же все-таки же приходится бродить тут искать предметы-то. И у меня один остается предмет, который я не могу достать. Он находится на более глубокой глубине. Так, а это что по качеству у нас? Ну, в хорошем качестве. Ну да, кстати, получше. Так, получается, я выполнил задание. Остатки старины. Это мы выполнили. Что, предлагаю подняться наверх, сделать там круг, спуститься вниз. И уйти обратно. Ну, я так понял, что игра больше рассчитана на то, чтобы вот именно поднимать свой престиж и покупать все предметы. Потому что мне нужно сейчас на более глубокую глубину. Где? Это здесь? О. Что-то еще нашли? Давай ценное. Хотя бы баксов за 50. Что-нибудь. Ясно. Наручники. $13. Ну да, такое состояние. Не охти, какое хорошее. А здесь нет, у нас ничего нет. Что, спускаемся вниз и, в принципе, возвращаемся смотреть задание. Правильно, что я сюда пошел. Пару баксов сейчас поставил. О, еще один колокольчик. Главное, какое состояние, от этого состояния зависит цена. Не очень. Но $13. Ну и на этом, походу, все. Блин, красота. Нет, на этом еще не все. Ну где-то, где-то здесь же, по звукам. О.
И походу на самой глубине следующий, который по уровню идет. Детектор. Там уже что-то ценное будет, мне кажется. Ну, такое себе состояние. Еще что-то есть. Где-где-где-где было? Ну, где это был? О, нашел. Ну, кстати, у разработчиков в основном игры больше направлены на симуляторы различные. Опаньки. Старый клиновидный кусок металла. Что-то, походу, ценный нашел. Не очень. Стальной дверной упор, изготовлен в Европе в середине 20 века. Ясно. Теперь я так понимаю все, потому что я уже здесь все обежал. Нет, еще что-то есть. Прикольно. Металлический крюк среднего размера или вроде того. Качество не очень. Вставили нижнюю часть протеза руки. Он был создан в конце... Это какого века-то? Это какой у нас век-то? Что-то я немножко это потерялся, что за век такой у нас. Что, отправляемся в кабинетик? Эк, посмотрим, что у нас там по престижу. Ну, престижу еще у нас немножко прибавилось. Почта. Угу. Баварское озеро снова. Найти Пикельхельм, долина в Словакии, место открыто. Ходящий заказ, что такое за место? Нашли, исследователи обнаружили старое письмо, описывающее шлем Пикельхельм. Спрятан где-то на территории этой области. После тщательного изучения мы полагаем, что нашли фотографию, на которой изображено место, где спрятан шлем. Если вы намерены снова посетить озеро, мы бы попросили вас проверить место, показанное на фотографии. Искренне благодарим вам. Благодарны. Так, это за зданием где-то у нас. Это, походу, на вершине деревни, где верхняя деревня, как раз за ней. Вроде как, по местности. Давай возьмем что. Престиж награда 1000 и открытая долина в Словакии. Принять. Сколько? Место Геттисберг, штат Пенсильвания, США. 150 баксов, это вы что, издеваетесь? О-о-о-о. У меня столько мест нет. Ну и столько денег-то нет. Ну, конечно, тут если продать что-то. А из ценного-то у меня, ну, каска Броди только продать. Еще в основном по 13 по 18 баксов. Давай посмотрим, насколько мы это все наберем. А выделить как-то можно это все? Нет. Достижение получаем за продажу. Там за 16 баксов. Ожерелье. Редкое, которое. 13, 13, 13,
11. Нормально. Ну, есть бесценные. У нас экземпляры, мы их трогать не будем. У меня... Так, 17-го тебе на озеро надо за шлемом. О, 329 баксов. Племена третий уровень престижа. Ладно, пошли за шлемом, что. Ну, я, кстати, могу сходить туда уже. Как он там? Гёнингсберг или как он? В штате Трансильвании. Так, отправляемся на место разведки. Вот, кстати, вот, Макс, скажи, вот ты вот сидишь на Твиче, что тебе больше нравится, какая площадка, Твич или Ютуб? Просто я как бы и туда стримлю, просто интересно. Нормально. Пришел покопать. Пришел за шлем, что-то еще нашел. Охрененно. Что-то маленькое, походу. Непонятно, что такое. Гильза, что ли? Нет. А, клиновидный кусок металла. Вроде здесь все копал. А, походу, все заново, что ли, можно здесь искать. Ну, дополнительное баблишко нам нужно. Я только за. В основном на Ютубе смотришь. Ну, на Твиче проще найти, как бы, вот такие каналы с какой-то тематикой игр определенной. На Ютубе, мне кажется, сложнее. Так, ну мне кажется, вот где-то вот здесь, по фотке-то. Ну да. Вроде как. Да. Ну, я, в принципе, на Ютубе есть. Я сразу туда и туда стримлю. Ох ты, нифига себе, в каком состоянии шлем-то. Можешь его продать? Ага, ясно. Это там он, короче. Бесценно. Легендарка. Нихрена, какое состояние-то. Мне кажется, вряд ли он в таком состоянии был бы. Это уж чересчур как-то, как по мне. Я понял, что легендарки не продаются. Но в таком состоянии. Чей такой нашел еще тут? Пила. Состояние. Хорошая. Редкость. Редкая, кстати. 17 баксов. Немного, но все же. О, еще достижение Кирли. Да тут заново. Просто находишь снова предметы все. Это можно так зарабатывать бабло. Реально уже. Наручники. Главное, чтобы качество получше было. Хорошее качество. 18 баксов. Я не делюсь, если сейчас еще буду спускаться, еще что-то найду.
точно. Где? О, касочку еще нашли. Броди. Давай состояние получше. Хорошее, 22 бакса, отлично. Баблишко капает потихоньку. Вот даже сейчас сюда спущусь, значит здесь что-то должно быть, кстати. Ну, потому что здесь уже тоже что-то находили. Ну? Не, кстати, не звенит. Странно. Значит, все-таки меняет местоположение. Потому что на дороге я не находил в тот раз. Опа. Паук, не сказать мелочь, но подороже стоит. Ну, мелочь-то да. Но фишка-то не в том. Просто на глубине может находиться что-то, мне кажется, большое. А если на глубине что-то находится большое, оно может и цену иметь подороже. Но мелкие вот эти монетки, да, они стоят дорого. Особенно в хорошем качестве, блин, баксов по 40-50. А, мне еще престижа не хватает третьего-то, да? Но зато открыл снова местность. Долина в Словакии. Вот, малая глубина, средняя глубина, большая глубина. Ну, тут, конечно, вот такой бы детектор-то надо. Вот он сразу на несколько показателей. Вот, ёб, хорошо. Так бы вот этот, но престиж 8. Что у нас в почте? Первый отчет о проделанной работе. Ясно. Найти сокровища на территории Гадрской долины. Салаки, 3000 престижа. Блин, мне это интересно. Найти мушкетную пулю в хорошем состоянии в районе Гетисберга. Мушкетная пуля. Вопрос, какая глубина? Найти кратчайший путь через горы. Да, возьмем тоже его. Блин, мне так-то надо все брать. Но престижа 100. Туда стоимость стоит, блин, дорого. Так, давай смотреть. На малой глубине 36% всего. И пули, скорее всего, находятся на малой глубине, как мне кажется. Давай мы с собой возьмем вот этот детектор и сходим-ка сюда. Потому что... 36% здесь мало глубины. Ладно, 150 баксов под так. Кстати, у нас что у нас там? Коллекция наша. О, бесценно. Продать. Насколько мы еще тут накопали? Нормально, кстати, на соточку баксов еще накопали. Нам, кстати... О, нам, кстати, на этот детектор хватит, если мы получим престиж 4. А на карте здесь что больше у нас? Ну, здесь, видишь, и на малой, и на средней глубине что-то есть. И предметы. Вот, малая глубина, малая. По 18%. И на средней глубине по 18%. А это... Вот этот детектор нужен. Ладно, пошли сюда. А здесь вот на малой глубине, малые предметы, 36%. Тут, значит, очень много. Я надеюсь, мы заработаем там 150 баксов. Отправляемся. Будем искать, что? Так, я копировал вроде тот детектор-то. Нужный мне. Так, ну что? Куда пойдем? Вправо, влево, влево, вправо. Пойдем вправо. Будем искать тут все.
А, кстати, фотографии мне надо сделать. Справа от входа. Вот, точно. И мне еще какие-то фотографии надо будет здесь сделать. Пока ничего нет. Что очень плохо. О, что-то нашел первое. А, кстати, надо будет сюда еще сходить. Что у нас тут на малой глубине? Давай пулю. Хрень какая-то. Гвоздь. Не очень. Это мусор. Я так понимаю, то, что на малой глубине тут надо искать чаще. Ходить. По всей местности. Так, и нам что-то еще надо было сфоткать здесь как раз. А, вот, нашел. Здесь у нас тишина. Угу. Что-то есть. Под ногами. Здорово, Сосяныч, здорово. Что же мы здесь найдем? Еще один гвоздь, хлам. Новость про КС, то, что ввели этот Battle Royale. Так я уже не играл в него. Battle Royale. Я уже кейс получил новый. И успел его выгодно продать. Тем самым взял себе вот эту игруху. Вот такой прикольный батл Royale-то. Правда, меня крысюк убил. В спину. С дробовиком. Что-то пока я не купил свою поездку сюда. Ни хрена. Пока я в минусах. Ну просто Valve пытается привлечь внимание игроков снова к КС-ке. Добавили новый режим. Там, кстати, в этом кейсе калаш Азимов добавили. По мне, не очень. $26 нашли. Так. А, мы еще вот здесь не были. Мы тут, в принципе, такой нормальный пятачок пропустили. Где-где-где? Угу. Мало ли тут что-то зазвонит. Нет, ничего не зазвонило. Поэтому переходим отсюда дальше. Угу.
Тут тоже ничего нет. Так, куда? Ну, пойдем дальше тогда, че? Раскрепим дальше здесь. Угу. Что-то здесь есть. Опаньки, медальончик нашли, походу. Или нет? А, вот свинцовый шарик мушкетной пули-то. Вот нам ее надо было найти. 26 баксов, ну больно. А у меня надо было найти, нет? Походу нет. Что надо было найти нам? Найти мушкетную пулю в хорошем состоянии. А у меня так себе. Плохо. Надо в хорошем состоянии искать мушкетную пулю. Так, тут что у нас? Ну, пуговка. Назад надо вернуться. Так, все. Можно отправляться дальше. Ну, немножко, кстати, Стас, Battle Royale нестандартный в КС. Там зубисты тебе дают деньги, либо можешь где-то деньги найти. Ну, ты оружие, конечно, тоже находишь, броню, все. Но ты закупаешься в менюшке. Оружие. Что там, гвоздь? Да. Гвоздок. Кривой. Мы нашли кривой гвоздок. Надо найти мушкетную пулю в хорошем состоянии. Ну и где ты? А вот. Одни гвозди находим. Как ни странно. Пока так не особо мы окупаемся. Из того, что мы нашли. Бакс, бакс, бакс. 3 бакса. 30 баксов. 56 баксов. 57 баксов, 58 баксов, 59 баксов. Нам еще сотку надо как-то отбить. Прямо четенько подошли на раскопочки. Монетку вроде нашел. Да. А нет, старая пуговица. Состояние. О, приемлемые 26 баксов, нормально. Так. Того у нас уже 80 примерно баксов имеется. Где ты? Нашел. Так, тут вроде пушки стоят, здесь где-то должен быть все равно пуля. Раз по заданию. Еще одна пуговица. Да. В хорошем качестве, отлично. 31 бакс, нормально. Отбиваем баблишко.
свое. На поездку. И что мы нашли? Непонятно, что-то плоское такое маленькое. Ясно. Мусор нашли. Метко встали. Копаем. Угу. Еще одна пуговица. Блин, где пуля-то? Мне надо найти пулю. Опять гвоздь. Да. Опять хлам нашли. Пока что мусорок все находим. Здесь у нас ничего. А вокруг? Тоже ничего нет. Жаль. Так, тут надо где-то. Угу. Здесь мы уже копали. Давайте немножко мы вот так пройдем. Ну, здесь могут располагаться рядом предметы для поиска. И, походу, пуля находится чуть глубже, чем я предполагал. Кто там что-то написал? И долго тут будешь сидеть? Да нет, еще полчаса, Ванек. 6 часов. Пойду. Сейчас это докопаю вот эту местность. И поеду домой. Я просто посмотреть, что такое за игра. Ты, кстати, там скачал Rock'n'Roll Racing? Мне осталось тут вот пройти вот чуть-чуть, вот он, пятачок поиска. Пиво стынет. Ты что, уже пиво купил? Там уже Певчанским затарился. Что, все, что ли, на этом? Заканчиваются мои поиски здесь? Как бы больше здесь предметов нет никаких? Неудачный поход. На детектор другой. Мы так и не нашли пулю здесь. Ход на средней глубине пули-то лежит.
где-то. Так, что, отправляемся обратно в кабинет. Тем более мы одно задание уже выполнили. Сейчас посмотрим, что у нас там по престижу. По нашему. Так, ну престижа у нас пока еще маловато. Почта. Почта что-нибудь новенькое есть, нет. Походу туда надо отправляться с этим детектором. Так, смотрим, что мы заработали. А, это все, что мы заработали. Продать. Полтинник. Короче, сотку баксов мы заработали здесь. Маловато. Сотку баксов это мало. А сюда отправиться сколько стоит? 50 баксов. Блин, да сюда выгоднее отправляться, чем туда. Ладно, народ, на сегодня мы закончим прохождение кладоискателя нашего. Надеюсь, вам понравилась игрушка. Если понравилось, ставляйте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВК. Оставляйте комменты. Ну, думаю, можно ее поснимать, эту игрушку. Прикольная такая, интересная. Историю поизучать. Вопросы, как бы мы будем попадать на Россию. Куда-нибудь хотя бы. Сюда, что ли. Просто в Германии побывали, в Словакии побывали уже. В США побывали. Куда нас еще интересно отправят? Очень мне это интересненько узнать. А на сегодня мы заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Увидимся с вами завтра. Анонс, во сколько завтра начнем, я, скорее всего, выложу часов в 11, наверное, может, в 10 утра.